О, вечеринка намечается горячей, уже да. Сходу 0-2. Ничего, сейчас наведем баланс. Приветствую вас, леди, джентльмены, другие подруги. С вами Мортит Капитан Очевидность, АМБ-17 в скине Люкс. И, конечно же, по нашей старой доброй традиции... Headshot, baby, you get owned, да? Рачина, мрачина. Благодарю, Днарина. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Сука, на фестивале пива работал только один биотуалет, но по кассовым сборам он побил аватар. Смотри, парняга респу охраняет. Да, кстати, парняга охраняет респу. Марширует на месте. Так держать. Хитрожопый самый, да? Ничего, ничего, мы тоже так умеем, деточка, да? Это непонятно. Вроде какие-то звуки есть, но не ясно. А, вот оно! Красава, ебукеньки. Да? Неплохое начало. Солидарен. Благодарю вас, дорогой друг. Вот люди говорят, скоро все уйдут из Warface. Да? Уйдут из Warface. Да? Да пока есть такой интернет и такие калькуляторы, никто никуда не уйдет. Ну, Кэп, не издевайся на человека. Может, у человека нет возможности поменять компьютер и интернет. Ну, насчет компьютера как бы можно еще накопить, а вот интернет, например, вот мы с тобой здесь живем. Тут только один провайдер. И мы сюда вообще переехали, кстати, друзья, потому что здесь нормальный интернет появился. А раньше здесь вот, буквально до прошлого года, до 2020-го, здесь интернет был ADSL. Хе, вообще нереально. И представьте себе, во многих населенных пунктах сих пор так. Сейчас тут хотя бы оптика есть. Но, правда, один провайдер, всем известный, прекрасный. Так. Да, мультики. Yeah! Oh my! Да! Мотай и нагибай! Солидарен! Вероломная мышь, однажды за эти движения ты поплатишься. Не поплачусь, дым на то и создан, чтобы его использовать. Аккуратненько. Ах, сука! Одного не понимаю, какого хрена его не кикает? Ну он двигается, понимаешь, поэтому его и не кикает. Тихо, смотри, 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 да, движение пошло. Давай, давай, братан, на этот раз ты хоть куда-то сможешь нормально добежать. Давай, 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 давай. Потихоньку, сука, на полшишки, вот они, движения пошли. Интересно, кстати, что у него вообще происходит? Почему у него так лагает? Да ну это просто что-то нереальное, смотрите, жесть. Интересно, он хоть что-то сделает. Братан, помни, что граната с того момента, как ты выдернул чеку... Это уже не наш бро, так что будь аккуратен. Да, во-во-во, да он шарит, он резать пошел, блин, да, такими темпами, ты смотри-ка. Мы реально победим, если он будет играть. Ну, скорее всего, нет, конечно, то есть дело не в нем будет. Но мало ли, а вдруг все-таки он как-то растормозится, сейчас разлагается и пошел. Во! Ебутеж, а ты представь, сколько людей в нашей игре реально вот так играет, вот да? Так мучается. И самое главное, зачем им это? Я, кстати, тоже не понимаю, друзья, вот если совсем у вас сильный пинг, у вас лагает все плохо, там, ком слабый, да какой кайф играть, блин, и люди годами так играют, ладно, там, поиграть, попробовать, но потом же ты понимаешь, что это жопа боли, это же, это, от этого же удовольствия не получаешь. Хедшот, детка! Дабл килл получается, да! Да лучше просто, я не знаю, блин, лучше книжку почитать, да что угодно сделать, но играть с таким... Давай, ебукенький, тащи. Да-да, все нормально будет, ща будем тащить. Ага, ага, бобрики, сука, я вас слышу, вы рядом, я знаю. Ага, давай-давай, о, да вон он тут, наверху, кажется, сука. Так, ладно, я ухожу, все будет нормально. Блин, меня раздражает то, что у нас всего один тиммейт живой, и он в респе в углу. Это плохо. Девушка, вы не хотите как-то немножко с респы сместиться? Сука, паблик это вообще что-то с чем-то. Я сюда пошел просто потому, что здесь людей больше. Вот так вот. Здесь тактики. Дабл килл, детка. Еще мощнее, чем на РМе. Вот так. Блин, ну блин, пожалуйста, ну что-нибудь сделай, девушка. У нас полминуты. Какой ты жук. Но должен признаться, мне это даже нравится. Ну да, но я как бы обхожу, ну а девушка-то нагнула, и один остался. Так, хедшот. Нормально, минус 7 я сделал. Все. Так, тихо. Так, он там один остался, да? Вроде, да? Ага. Давай. Ага. Да, конечно. Вот так. Бомба. Да, нормально, я успел, все отлично. Эй, отсо, как? Ну я смотрю, отсос идет по плану. Пошел ты в жопу, Кэп, блин, без тебя горит, не надо ничего говорить, блин, 3-5 летим. Ты еще тут поддакиваешь, шакаешь, падла. Не видишь, жопа творится? Ну зато у тебя счет отличный.
Да в жопу счет, мы летим 3-5, сосем по полной. Счет отличный, в жопу счет. Это командный режим, побеждать надо командой, а не фраги просто набивать. Хотя фраги приятно набивать. Чего что-то отрицать, нормально идет. Хотя бы так, да. Вот. Давай ему кенди, порхай как бабочка. Да, жаль как оса. Нет, жаль, что ты лох. Бля, их. Просто я сейчас очень занят игрой. Я бы сейчас тебя так сейчас, как бы, ну ты понял. Просто бойся меня. Все нормально. Кэпчик, ну поболей как-нибудь за меня там. Что-нибудь нормальное скажи лучше. Ты только начинаешь каркать, блин, через жопу все оно идет. Не надо так это вот ванговать хреновые вещи там. Мы сосем, летим. Это не нужно все. Все нормально будет, Кэп. Я не лох. Я жалю, как оса. Порхаю, как бабочка. Убиваю, сука, как супер тащер, как капитан Динго. Так, все. Я не спалился, что я здесь. Нормально. Если что, я сейчас им в спину зайду. Это будет хорошая идея. Так. Давай вот так попробуем. Если что, потом в спину пойдем. Мне кажется, отсюда пойдет. По-любому кто-то здесь должен быть. Ща, я думаю, если все правильно сделать, мы сейчас затащим. На этот раз точно получится. Давай. Есть! Есть, моя девочка, как ты была нагнута! Отлично, все! Ща мы выровняем все, пацаны! Офигенно! 5-5, сука, супер! Ща мы разберемся! Противник обезвредил бомбу. Ебать вы лохи!